Я начинающий актер. Согласен на любую роль. А где финал? Да я что-то вышла. Вот когда даже вышел я, неважно, в репетиции, мы все равно продолжаем, да. И уже другие вам скажут что-нибудь. Знаете, почему? Что сразу можно сказать было, почему не вышло, почему? А не просто не вышло. Но я не знаю, почему ты же так пробовала, я не понимаю, что почему ты говоришь, этого никто не слышал ни разу. Я не понимаю вообще о чем. Здравствуйте, я начинающий актер. Согласен на любую роль. Есть роль трупа. Хорошо. А слова есть? Понятно. Значит так, я просто это вот все время задумываюсь. Ну, естественно. Я имею в виду, что это происходит. Между переходом от одного к другому проходит 2 секунды, что для нас, для зрителей, привыкших к быстрому монтажу, это как-то странно. Тогда мы начинаем вот перед вторым твоим сменой образа, ну, в смысле, туда-обратно уже думать, а что там так долго, то есть для чего это? И когда в конце это ничем не заканчивается, а это была просто длинная пауза перестройки между двумя ролями, мы поняли, какая-то хрень была. Ну, я имею в виду, понимаешь? Да. Ружье повесили, но не выстрелили. Ну, в смысле, мы уже в этом загадку искали, понимаешь? А загадки не было, как выяснилось, да? Поэтому что делают в этот момент люди, которые, это самое, типа, КВН и так далее, которые подобные вещи рассказывают, даже в одно лицо? Что они делают? Театральные приемы какой? Ну, я имею в виду, если в жанр входить, если ты не говоришь, а он не ответил, тогда мы все время меняем, понимаешь, это такая... Или же ты должна в интонации, тогда это быстро происходить должно, просто на раз-два. Это так... Конечно, в идеале. Здравствуйте. Я начинающий актер. Согласен на любую роль. Ну, уже из-за мхатовской паузы уже давно надо начать говорить. Вот то, ты понимаешь, на любую роль. И уже пошел текст, не помню твоего текста, да, что там дальше. Просто тут же, в этом же, даже во время отстройки, уже идет другой текст, понимаешь? Мы не ждем никого. Здравствуйте. Я начинающий актер. Согласен на любую роль. Есть роль трупа. Хорошо. А слов много?